Как скоро в Барнауле откроют первую очередь торгового центра «Галактика»? Сейчас решают в госинспекции края. Накануне здание обследовали и проверили, насколько качественно его восстановили после прошлогоднего обрушения. Напомним, обвал произошел 26 декабря над магазином «Ашан» якорного арендатора торгового центра, после чего «Галактику» закрыли. Накануне здание обследовали и получили положительные результаты. Вероятнее всего, первую очередь торгового центра все же ведут в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом сайту altapress.ru рассказали замруководителя Государственной инспекции края Виталий Такаш. Капремонт здания «Галактики» выполнили по специально подготовленной проектной документации, которая прошла госэкспертизу. Основные несущие элементы конструкции усилены, и их запас прочности повышен на 20%. Как уверяют владельцы торгового центра, выполнены все рекомендованные технические комиссии меры для повышения надежности и безопасности здания.